Привет, мои хорошие. Я уже прилетела из Эмиратов и планирую поездку в Тунис или в Турцию, но об этом чуть-чуть попозже. А пока я пришла приводить свои ноготочки в порядок. Перед поездкой в Дубай я ходила на педикюр, и мне сказали, что нужно срочно обратиться к подологу, так как отходит ноготок. И вот сегодня, прилетев, я сразу же обратилась к подологу. Все мне сделали на высшем уровне, зашла выпить кофеечек, но и потом записалась на маникюр. Мои ноготочки сильно отросли, и поэтому мне сделали уже новый маникюрчик, вот такой, жемчужный. Очень нравится. Заварила себе зеленый успокаивающий чай с мятой и хочу открыть очередную коробочку ПП мармелада. Он без сахара, можно вегетарианцам, можно диабетикам и, конечно, можно тем, кто на диете. Вот так выглядит 300 грамм удовольствия. Приятного мне аппетита! Всем приветик! Открываю очередную коробку ПП мармелада ручной работы. Вчерашнюю мы благополучно съели, там были фруктики. Здесь будут губки и черепа. Давайте вместе посмотрим. Сейчас заварю себе успокаивающий чаёк Валерии и буду кушать ПП вкусняшки. А это я уже в гостях у родителей, и мне сюда прям с доставочкой на дом привезли мюсли и новиночку, которую я тут же сразу попробовала. Прибежала из магазинчика, купила детям кубики и такой набор больничка. Кубики уже забрали. Сейчас больничку покажи, какие были. Вот такие кубики Маши и Медведи. Сейчас у меня и больничку тащат, поэтому покажу сейчас продуктовые покупочки. А эту уже больничку отдаю. Бегите, Владюша, играйте. Вот, что еще купила? Вот такое жидкое мыло. Зубную щетку себе обновляю. Простое мыло закончилось, взяла, да, лекарство, так как Владюха болеет. Вот, парацетамол у нас есть, но как-то не особо он работает. А нурофена не было, но сказали, ибупрофен, он как, вот практически как нурофен. В общем, взяла его. Шоколадку, рожки, курочку, котлеты по акции мы брали. В этот раз взяла аж 4 пачки, вот, потому что, ну, цена в 2 раза дешевле практически. Ну и рис. Сегодня Владюшку, наверное, отдавать не будем к бабушке, так как болеет, поэтому продукты только себе. Лекарство дай, кися. Все, скушала, да? Подстриги ее. Ага, а подстригать-то не будешь или операцию делать, Владюш? Обожаю на завтрак и перекусы вот такие шоколадные протеиновые мюсли. Упаковочка подошла к концу. Но есть еще две. Кто хочет тоже попробовать, пишите мне, скину ссылочку, сможете заказать в своем городе, забрать. Днем встретились с подружкой в кафе, мороженое, коктейли, кальянчик, все как я люблю. Подружка сходила на чистку по моей рекомендации, потом мы встретились, чтобы немножечко поболтать, ну и, конечно, рассказывала ей про свой отпуск в Эмиратах. А это уже следующий день. Сегодня у меня была наишикарнейшая фотосессия. Ну а перед этим макияж и укладочка. Сейчас покажу фотки. Они, как вы видите, просто шикарные. Ну и я удивительно красива. У меня были накладные реснички, красивый макияж, классная укладка. Ну и, конечно, платье сиреневое, красное. Они просто божественные. Напишите в комментариях, какое платье вам понравилось больше и как часто вы ходите на фотосессии, когда были последний раз. Вечером того же дня мы встретились с мужем в кафе Berry Bar. Вчера днем здесь были с подругой, сегодня с любимым. Вечер был очень уютный, атмосферный, винишко, картофель фри, паста, ну и, конечно же, вкусный кальян. Сегодня была маракуйя. Мы поужинали в приятной атмосфере, практически уединенно, потому что в баре никого не было. Поболтали, обсудили планы на будущее и просто хорошо провели время вдвоем. А это вечер следующего дня. Сегодня мы были с мужем, но не вдвоем. Был также с нами его друг. Отмечали повышение ребят, они теперь не помощники машинистов, а машинисты. Поэтому в этот день было много-много пиц, много пива, много крылышек, ну и, конечно же, много коктейля, кальян и вкусный облепиховый чай. Доброе утро! Сегодня у меня на завтрак вот такие ягодные мюсли. Смотрите, как классно они выглядят. Владюшка тут у меня. Вот, открытая упаковка.
Днем мы с мужем поехали выбирать мальчишкам детскую. Вот такая нам очень понравилась. Но стоит 100 тысяч, хочется что-то побюджетней. Ну и стали присматривать обои им в детскую. Клеили мы 2 года назад. Мальчишки уже все изрисовали. В общем, хочется комнатку обновить. Знаете, когда я приезжаю с отпуска, такая вдохновленная, и все хочется в дом обновлять, улучшать, и чтобы дома было все красиво и уютно. Пришла из магазина Фикспрайс, хотела сделать вам небольшой обзорчик. Но Владя уже у меня пытается вытащить. Вот такую машинку я ему взяла. И еще вот такую красненькую. В общем, сейчас все покажу, а машинки пока Владюха у меня запирает. В общем, придется снимать с Владюшкой, потому что никак не хочет он с кухни уходить. Покажу вам как-то так. Вот такой стакан купила под зубные щетки. Кстати, сегодня приобрела новую зубную щетку и новую пасту. Но это у меня в продуктовых покупочках, поэтому уже, наверное, показывать не буду. Также в Фикспрайс взяла парням вот такой шампунь. Себе вот такие фоторамочки красивые. Сегодня фотографии напечатала, покажу вам с фотосессии, очень крутые. Поэтому решила, что мне фоторамочки очень-очень как нужны. Ребяткам взяла мочалку, влажные салфетки. Вы знаете, я ими прибираюсь. Мне очень нравится, очень удобно и комфортно. Вот такие еще влажные салфетки все позаканчивались. Как обычно, ёршик. Вот такие обожаю. Просто горшочки для цветов. У меня белые такие есть. И в этот раз взяла вот черненькие. Также не в Фикспрайс, а в другом магазине. Купила фильтр, потому что постоянно меняем их. И сейчас покажу вам фотографии с фотосессии. Смотрите, какая красотища. Вообще очень-очень нравятся фотографии. И фотосъемка была комфортная, и фотки получились все обалденные, все-все-все красивые. Очень нравится, поэтому решила 13 фотографий напечатать. И, наверное, еще повторю, потому что хочется маме и бабушке подарить фотографии свои такие красивые. Ну и, конечно же, еще буду ходить на фотосессии, и с детками хочется с мужем сходить. Я вам уже говорила, что мужа повысили в должности, сегодня удостоверение получил, и заехали в Бургер Кинг. А это следующий день. Сегодня будет очень много кофе, много разной вкусной еды в ресторане Беладжо. Это самый крутой ресторан у нас в городе. Ну, конечно же, будет видео из туалета. Ну, где я могу еще снимать себя и рассказывать вам об обучении, на котором я сегодня была. В общем, смотрите сами. Я смогу, я сделаю это! Я здесь голый! Я здесь главный! И здесь я решаю! Часов сегодня мы были с девочками на обучении, и после просто не могли не обсудить это дело в кафешечке. Заказали пиццу, вкусные коктейльчики, ну и стали уже обсуждать, где же мы сегодня побывали. А были мы на тренинге мультимиллионера Аяза Шабуддинова «Концентрат 19». Кстати, на следующий день тоже были там, до 12 ночи. Буквально на 30 минут меня муж оттуда выцепил, выпили по энергетику, ну и смотали, сейчас расскажу куда. Полчасика смоталась с обучения, заказала на кухню красивые стулья цвет аквамарин, как и кухня, и золотую прихожую. Ну и потом муж меня снова завез на обучение. Кстати, попала на перерыв, а там был перекусик. Как всегда, вкусненький салатик, щи тоже очень вкусненькие. Ну и картоха с тефтелькой. Было много кофе и много информации. Вот такие киндер-яйца купила. Владюша уже в ладоши хлопает. Держи, Максим, разбирайтесь. А я пока покажу еще, что купила ребяткам. Вот такие вологоши. Вот такие вологоши они обожают. Майонез, рожки мужу. Бумага тоже туалетная ему. Мне сок. Вот, и мне цветочки еще вот такие розовенькие и беленькие. Не зря же я горшочки Фикспрайс покупала. В общем, решила побаловать себя и цветочками. Ну, а муж поехал покупать суши. В общем, ждет в маленькой Азии свой заказ. Быстренько пересадила цветочки в новые горшочки. Тем временем муж привез суши и будем ужинать. А с вами уже прощаюсь. Всех целую. Пока-пока.